Так, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Сальчиков Валентин Владимирович. Валентин Владимирович, скажите, пожалуйста, для чего вам нужна была кирпичная печка? Ну, как жилой дом. Без печки это не дом, это мертвый дом. Без печки дом это не дом. Не, ну вот именно кирпичная. Почему вот решили сделать кирпичную печку, там не электричеством обогреваться, не железной печкой? Не, ну вот именно, что кирпичная печка и создает настоящий дом. Ну, то есть вы здесь постоянно проживаете, да? Естественно. Домовой радуется. А у вас вот до вот этой печки у вас была вот тоже кирпичная печка, вы как-то... Вот у вас есть сейчас возможность сравнить, да, с предыдущей печкой? Ощущаете какую-то разницу? Никакого сравнения. Даже об этом даже речи быть не может. Никакого сравнения вообще не может. А прошлую печку вы какой период времени эксплуатировали? Да вот такой же. Год где-то, да? Да, один сезон. Вот так же вот, в полную нагрузку один сезон. А сравнение нет, никакого не может быть сравнения. Это даже сравнивается. Во-первых, качество кирпича, того кирпича, он просто разваливался там, что уже видели. Это раз, а вот сама кладка похабная, просто ни в какие ворота не лезет. Хорошо, Ольга, как-то вам тоже в кадр. Ольга, скажите, пожалуйста, вот как вы вышли на меня, как нашли? Я нашла по интернету. По интернету, да? Почитала отзывы. А и такой вот вопрос: за какое время мы сделали вот эту вот работу? Сколько нам потребовалось времени? 10 дней, не очень больше. 10 дней, да? Да. 10 или 11 дней, по-моему, вот так. С момента начала. Я не беру разборку этой печки, старой печки. Вы ее за один день отсюда вынесли. Как печка вот запускается? Отлично. Запускается. Без всяких проблем. И полетело. То есть вы когда печку сушили, вы летний ход использовали? В смысле? Ну там вот вьюшка же есть сзади, он объяснял, что это летний ход, да? Это... Вы когда ее растапливали, вы ее открываете? Да. Нижнюю. Да, всегда открываете, да? Да, всегда. Потом она разгорится, мы ее снова закрываем, используем тот дым. Даже если печь теплая, все равно? Даже если теплая. Ну зачем рисковать? Я боюсь, что опять этот конденсат появится. Так, а сколько вы раз топите печку в сутки? Два раза, да? Два раза и топим? В 10 часов, ни раньше, ни позже. У нас как бы типа и вечером я где-то от 7 или в половину 8 мы начинаем топить. Ага, то есть и вы топите вот этими, да, дровами? Да. То есть они у вас как бы немножко так подсыхают, да? Этим дровам уже 2 с лишним года вот эти вот, они уже не подсохли, они пересохли. А сколько вот вы загружаете в топку дров за раз, сколько сжигаете? За раз полежков? Не больше 10 полежков за раз. То есть она полностью забивается топливник, да? У вас полностью забивается? Не полностью. Не. Вы 10 полешек. 10 полешек загружаю, зажег, растопилось, прогорело, снова полешек 5 добавляю и все на этом. Ну а по весу примерно сколько получается? 8, да тут же 12. Ну вот где-то вот. Ну примерно. Под десятку, наверное, да, где-то? Да, 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 да. То есть 10 килограмм утром примерно и 10 вечера. Нет, иногда мы утром поменьше делаем. Вот иногда 8 полесок подложим. Тепло, да. Да, я смотрю по градуснику. Если 23 градуса есть, 24, я больше даже не подходит. Это надо учитывать, что эта печь отапливает 2 этажа. 2 этажа. А, ну да, вы же перекрытие не сделали, да? 100 квадратов. Она весь дом отапливает. Да. То есть у вас получается... Наверху-то теплее. Ну, все тепло, конечно, через перекрытие вверху. То есть у вас получается площадь дома 100 квадратов, да? Да. То есть и высота потолков... 3 метра. Что-то 300 кубов получается, грубо говоря. Ну там наверху теплее, чем вот там сейчас в комнате стоит. Залезть туда наверх. Здесь тепло, но наверху вообще получается жарко пока. Тут даже какой эксперимент был, вот пыль-то тут подняла. Оттуда солнце. Ну, луч такой. И вот видно, представляешь, вот пыль вот так вот с огромной скоростью, вот так, такой вот конвекция такая. Ну так когда солнце светит, да, в окно? Да. Она вот так вот раз и туда, с огромной скоростью.
Да, с теплыми полами бы такой конвекции бы не было, там, по-другому бы все работало. Так, вчера-то у нас на улице было сколько градусов? Минус 30 градусов, да, то есть вы как-то ощутили разницу в процессе топки, сколько дров больше подбросили? Ничего не ощутили, разницу. Ну давайте два заключительных вопроса, что вам в целом нравится по печке? Все нравится. Что не нравится? Что не нравится? Что не нравится? Я не знаю, что тут может нравиться. Мы пока не нашли, что не нравится. Только найдем, так позвоним. Позвоним. Пока все нравится. Какой сейчас у вас период активной эксплуатации печи? В смысле? Ну, времени сколько эксплуатируете? С ноября, с да? С ноября. Ноябрь, декабрь, два месяца. Вот. Я хочу еще одну нюанс. Видишь, как гудит? Вот сколько смотришь по телевидению, да, этих печек, сколько там по интернету смотришь, и всегда над дверкой черное пятно. У нас нету. Вот. Вот сколько вот мы эксплуатируем эту печь, копоти два месяца, вот все, что есть. Копоти-то нету. Да. Ну, вот обычно это когда подбрасывают. Ну, хоть нет. Дрова, нет. Да, это еще от печки зависит, вот от того, что. Не, когда подбрасывают, видишь, нигде нет. Ни копоти. Ни разу не чистила еще. Все туда утянет. Вот. Это говорит о том, что печка-то должна быть правильной. Так что никаких проблем у нас нет с печкой. Все нравится. Слава Богу, письма.